Дороги такие, что грузовики застревают. К ремонту улицы Совхозной в деревне Пышминка только приступили. Сейчас здесь выбирают грунт. Затем сделают отсыпку крупным щебнем, потом мелким и утрамбуют. Срок выполнения работ – месяц. Жители таким переменам очень рады. Приехать-выехать невозможно было. Сами видите, что одно болото. Весной, как говорится, без болотников не пройдешь. В осенью тоже, летом, вот когда подсохло, можно, здравствуйте, можно проехать на это, на машине, на частной. А так... С началом сезона работы начались во всех 23 муниципалитетах Тюменского района. Отремонтируют 196 объектов, общей протяженностью более 90 километров. Из них две трети будут отсыпаны щебнем, а треть с новым асфальтом. Улица 50 лет октября в Вензелях последний раз ремонт видел около 10 лет назад. С тех пор асфальт остался кусками, и то немного. Последние два года по проекту безопасных и качественных дорог улицу приводят в порядок. В прошлом году сделали тротуар, а в этом уложили 410 метров чистого и свежего асфальта. Только в Вензелях у подрядчика 5 таких объектов. Всего в этом году на реализацию программы в районе потратят 320 миллионов рублей. 190 из них – средства федерального бюджета. Основные подрядчики – ТАДЭП и Пышма-Автодор. Сроки реализации программы в этом году до 1 октября 2018 года, но мы прогнозируем завершение работ еще в летний период. В августе все работы будут проведены в полном объеме. Гарантийные обязательства, естественно, предусмотрены. Гарантия предусматривается в зависимости от покрытия, то есть если на асфальт это одни сроки, на щебень это другие. Все в рамках регламентных документов. Программа рассчитана до 2025 года. К этому времени в Тюменской агломерации на 85% должно сократиться количество аварийно опасных участков дорог. Николай Смирнов, Сергей Жернаков, Тюменское время.